меры пресечения, я могу сказать, что с точки зрения закона я не согласен, потому что я не вижу каких-то объективных законных оснований для избрания данной меры пресечения, потому что представлять какую-либо угрозу ни для свидетеля, ни для следствия он не может. Более того, из средств массовой информации и от него лично я знаю, что угрозу представляет все-таки не он, а ему угрозу поступали. Квалификация дела на сегодняшний день, в принципе, она в любом случае предварительная. И говорить на момент в течение нескольких дней о квалификации очень сложно, потому что дело неоднозначное. То есть здесь можно говорить и о превышении должностных полномочий, а можно говорить и об отсутствии данного, в принципе, факта в силу противоправных действий со стороны потерпевшего и погибшего, вернее, и тех, кто с ним находился. Нужно очень глубоко разбираться, рассматривать все показания. Я уверен, что на сегодняшний день еще не все свидетели допрошены, еще не все свидетели даже найдены. Угрозы, я слышал только одно слово, которое можно воспринять как угрозу, это «молись в его адрес». Все остальное я узнаю только с его слов. Это предложение и застрелиться, и какие-то другие, то есть он озвучивал, он даже поэтому по всем этим фактам написано заявление, они находятся в правоохранительных органах и должны, естественно, рассматриваться. Естественно, очень сильно напрягает то, что они рассматриваются очень долго.